Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас быстрый тест туристической еды. Да, такой вот э, по западному образцу. То есть, это такая фирма с манипулятивным, с манипулятивным э, названием э, «Здоровая еда». У них серия "Lightweight". Это типа, это типа для э, туристов, чтобы заваривать прямо в пакете. И <coughs> большинство фирм вообще э, стараются нас немножко наколоть, те, кто у нас производит, И у них... Э, сублиматы как таковые является только мясо, а здесь вот несколько другая история. Фирма "Здоровая еда" производит все варено сушеное. Это вообще не сублимат. Это вот э, такая скорее отсылка к нашему прошлому, ко всяким, э, как называется, змеиным супчикам, потому что там тоже было часто варено-сушеная еда. Так, я буду отмахиваться, потому что меня жрут комары. Итак, вот смотрите, что здесь находится, да? Крупа рисовая, варено-сушеная, фарш говяжий, варено-сушеный. Ну, дальше все остальное как бы э, сушеные овощи, петрушка, соль. Что важно, важное отличие от других э, продуктов, то есть вы его заливаете на 0,2 литра в кыш злобной комары. и 13-15 минут держите. То есть очень долгий срок, в отличие от там, любых сублиматов. Ну, попробуем. Итак, порция получается 270 грамм. Не зря мне в экспедиции по молодости всегда доверяли наливать. Потому что я действительно налил 203 грамма, и получилось 273. Вот, в общем, 270 грамм – это ну, нормальная порция для питания обычного человека. Видал я и по 400, вот. Меня сразу беспокоит вот это вот время заваривания 15 минут, потому что представьте себе, холодно. Даже не мороз, а просто холодно. Вы залили, он уже 15 минут, она остыла и не успела завариться. Ну, для лета, наверное, большой проблемы нет. Давайте посмотрим. Вот так там прилично этого. Куркума есть. Вот не знаю, будет ли вам хорошо видно, но должно. Вот. Фокус ловись. А если я вот так сделаю? Ну, вся еда заварилась. Все нормально. Каша с шариками мяса. Соли мало. Знаете, она за 20 минут до конца не разошлась. Все-таки это не российский маунтин-фуд, а такой, знаете постсоветский или советский mountain food. То есть генетически это явно восходит к э, тем самым змеиным супчикам, которые нужно было варить. Да? Уж я-то в свое время наелся этого барахла. Здесь, правда, нет тех ядовитых приправ, которые были змеиным супчиком. Но реально даже при температуре плюс 20 оно не разошлось. Это, по большому счету, лучше было бы доварить. При этом у этой еды есть определенный плюс. Она, ну, на, на, мой взгляд, да, то есть я, например, не очень люблю жирную пищу. И она не жирная совсем. Здесь жиров, ну, вот так, ощущение жира, как от плова, нет, конечно. Но поскольку мы ходим по ходу, и нам нужны э, эти калории в виде жира необходимы. Поэтому я не уверен, что этим можно плотно и хорошо наесться. Ну, скажем так, еще кусочек хлеба, еще супчик, тогда, наверное, как в качестве второго вполне нормально. Маленькое добавление для наших э, молодых зрителей: змеиные супчики – это условное название советских сухих супов и, кажется, еще болгарских, которые э, делались из очень такого с добавлением достаточно специфических приправ и имели ярко-зеленый цвет и характерный резкий вкус. Э, вот они делались как раз из сушеных овощей, из сушено вареного мяса и с, вот разными сушено вареных добавок. Дорогие друзья, мы несомненно продолжим эксперименты в области карательной походной кулинарии. Вот. Ну, здесь я считаю, что это, так сказать, попытка засчитана. Но до настоящего Маунтинфуда это пока не дотягивает. Всем хороших походов и до встречи в поле.